Действительно ли апостолы умерли как мученики? Один из наиболее распространенных аргументов, выдвигаемый в отношении воскресения, заключается в том, что апостолы были очевидцами воскресения и выхода Иисуса из гробницы. Поэтому они с готовностью шли на все – избиение, побивание камнями, сожжение, распятие. И все они погибли, за исключением Иоанна, как мученики, отказавшись отречься от своей веры. Но вопрос заключается в том, правда ли это? Я посвятил последние 3 года, вероятно, больше, чем кто-либо еще, на исследование этих рассказов, отделяя легенды от истории. Вкратце, вот несколько вещей, которые я обнаружил. Во-первых, у нас есть веские причины полагать, что по крайней мере 4 апостола, Петр, Павел и оба апостола, Иаков, сын Зеведеев, и Иаков, брат Иисуса, погибли как мученики. Есть ранее согласованные свидетельства из христианских и нехристианских источников, из Библии, из внебиблейских источников, и все они подтверждают их смерть. Но по поводу Андрея и Фомы есть некоторые хорошие свидетельства, не такие весомые, чуть более поздние. Но я думаю, что есть веские причины считать, что они также умерли как мученики. Мы говорим о свидетельствах конца 2-го, начала 3-го века. Об остальных апостолах, таких как Матфей, Варфоломей, Филипп, Матфей, Симон Зелот, есть только поздние. Противоречивые и несогласованные рассказы. Мы не знаем точно, когда в них заканчивается история и начинается легенда. Значит ли это, что аргумент плох? Нет. Ключевой момент заключается не в том, чтобы показать, что они на самом деле умерли как мученики. Суть в том, чтобы показать их готовность умереть мученической смертью. На самом деле мы можем установить это, просто посмотрев на книгу Деяний. Мы видим, что уже начиная со 2 главы, апостолы проповедуют и провозглашают воскресшего Иисуса. Им угрожают, их избивают, бросают в тюрьмы и даже убивают, как в случае со Стефаном в Деяниях 7 главе. И в главе 12, 2 стихе, в случае с Иаковым, сыном Зеведеевым. Это показывает, что апостолы не были лжецами. Они это не придумали. Они действительно верили, что Иисус воскрес из мертвых, и были готовы страдать и умереть за это. Нет никаких свидетельств того, что кто-либо из них отрекся, и есть хорошие доказательства того, что все они умерли. Итак, все говорит о том, что апостолы не были лжецами. Они на самом деле верили, что видели воскресшего Иисуса, и это заставляет нас задуматься. Что еще могли древние свидетели сделать, чтобы убедить нас в искренности их веры?